поводу математики передо мной стоит неотвеченная загадка, которую я задаю себе снова и снова. Вот если завтра, ну или сегодня вечером, вот здесь поблизости, высадятся инопланетяне, а приземлится большой космический корабль, то число пи, которое будет у этих инопланетян, знанием, про которое они будут обладать, оно после необходимых пересчетов совпадет с нашим числом пи или нет? А с одной стороны, почему это загадка и почему у меня нет на нее ответа? Потому что с одной стороны, что получается? С одной стороны, число пи, конечно, существует только у меня в голове, как и любое другое число. Выходя из дома, я никогда ни разу в жизни не спотыкался о число 5 или о число 7. Может, на улице может быть 8 домов, а в парке 10 деревьев. Но это дома или деревья. Чисел самих по себе не существует, коль скоро не существует того, кто своей головой эти числа, как-то эти предметы сосчитал. С другой стороны, меня не оставляет мысль, что если у этих инопланетян представление о числе пи, условно говоря, какое-то неверное, то они неправильно посчитают объем какой-нибудь части своего двигателя, их космический корабль взорвется и уж точно до нас не долетит. Значит, это загадка о том, где, какова природа математического знания и что, собственно, выражает математика, это большая тайна. Ну, по крайней мере, я воспринимаю ее как тайну. А природа, на удивление, непостижимым образом содержит в себе числа. Или, может быть, мой взгляд на природу проходит через какой-то интерфейс, где присутствуют числа. Ну, например, все, что происходит во Вселенной, подчинено каким-то законам и довольно жестким ограничениям. Самое большое ограничение, пожалуй, самое принципиальное, какое есть, это закон сохранения энергии. Сохраняется число. И это удивительно. При всем качественном разнообразии того, что происходит во Вселенной, звезды, планеты, кипение воды, функционирование нашего тела, солнечный свет, течение рек, вообще все что угодно, двигатель внутреннего сгорания, в конце концов, сохраняется некоторое число. Почему это число? Почему оно должно сохраняться? Где и как во Вселенную встроен счетчик, который все время следит за каким-то балансом? Отдельный юмор, конечно, состоит в том, что, согласно современным воззрениям, это число для всей-всей Вселенной вообще, для всей Вселенной целиком, оно заодно равно нулю. То есть где-то положительно, где-то отрицательно, что, кстати, говорит нам о необходимости отрицательных чисел, а в целом нулю. И только потому, что нулю, говорит нам современная наука, Вселенная вообще могла родиться. Потому что она родилась, скорее всего, из ничего, а ноль — это примерно ничто. Эти странные вещи и есть в каком-то смысле предпосылки того, почему мир познаваем, в сильной степени познаваем средствами математики. А математика обладает свойством опережать экспериментальное знание и позволяет нам силой мысли проникать туда, в те уголки Вселенной, куда мы физически проникнуть не можем. Это странное, непостижимое и совершенно непонятное свойство. Мне не очень понятно, свойство это мира или свойство это математики, но так происходит. Канонические примеры такого рода – это знаменитые, например, знаменитое открытие планет на кончике пера. Человек брал лист бумаги и сидел за ним несколько лет, делая вычисления. Потом подзывает астронома и говорит: вот посмотри туда, в ту область неба, ты увидишь там планету, которую до этого никто не видел. Действительно, ну, история была немножко более интересная. Как обычно, люди, которых попросили посмотреть на небо, не вполне были уверены в том, что эти вычисления достойны внимание, у них были другие заботы, и нужно было руководить, выражаясь современным языком, студентами, аспирантами, и писать научные статьи, участвовать в заседании ученых советов, писать отчеты и так далее. Тем не менее, в конце концов, нашлась группа людей, которая поступила точно таким образом, и так, например, была открыта планета Нептун. Были проделаны вычисления, которые говорили о том, что имеющиеся как бы нарушения в траектории предыдущей планеты можно объяснить, если предположить, что есть еще одно тело, доселе неизвестное, и из
из видимых с помощью телескопа нарушений движения предыдущей планеты, последней известной в то время, а дело происходило в 19 веке, вычислить с помощью математики длинных сложных расчетов, которые сейчас, наверное, можно положить на компьютер, что тоже, впрочем, займет некоторое время. А тогда они потребовали время, исчисляемое порядка нескольких лет. С помощью этих расчетов узнать, где могла бы двигаться новая планета, где могло бы двигаться новое небесное тело. Там оно и оказалось. Это событие в значительной степени укрепило людей в мысли о том, что вообще вот мир действительно примерно так и устроен. Он, каждый его кусочек подчиняется уравнению. Мне неизвестно, почему падающее яблоко и луна, летающая вокруг Земли, подчиняются одному и тому же уравнению. Это было неизвестно и Ньютону точно в такой же мере. Но смысл анекдота о яблоке, про Ньютона, о том, что он сидел, смотрел на Луну, упал яблоко, он придумал закон всемирного тяготения. Смысл анекдота про яблоко состоит в том, конечно, что в революционной для того времени идее, что и Луна, и яблоко подчиняются одним и тем же законам, причем мы не очень понимаем, как они это делают, каким образом и кусочек яблока, и каждый кусочек Луны знает о том, что он должен следовать одному и тому же закону, который сэр Исаак Ньютон просто угадал. Тем не менее, происходил успех за успехом, и эта вот идея о том, что средствами логического анализа можно узнать недостающие куски реальности, она очень ярко выразилась в истории с электричеством, более того, с радиосвязью. Только еще тогда никто не знал слова радиосвязь, а имелись к середине 19 века, опять же, имелись записанные законы нескольких людей. Там закон Кулона, самый старый, который говорил о том, как электрические заряды притягиваются, математически выраженный. Еще там закон Ампера, кого-то еще, о магнитных и электрических полях, о том, какие электрические поля, какие магнитные поля создаются токами. Потом появился закон Фарадея. Это были как бы математические утверждения, но они существовали изолированно, более-менее сами по себе. Максвелл задался следующей целью. А нет ли единого математического формализма, в котором все эти законы записывались бы одинаково, однотипно, в некотором смысле равномерно? Ну, такая задача, которая, казалось бы, академический интерес носит, потому что эти законы прекрасно работали сами по себе, каждый по отдельности. И в общем, можно было бы этого вроде бы не делать. Он разработал математический язык. Наша основная тема все-таки сейчас не электричество, там, не радиоволны, а математика. Он разработал математический язык, на котором удалось записать эти законы некоторым единым образом, в виде того, что потом и навсегда уже теперь стали называть уравнения Максвелла. Чудо-чудо! Эти уравнения оказались противоречивыми, математически противоречивыми. Из них следовало нечто типа того, что единица равна нулю. То, чего не может быть выполнено, и странным образом это означало, что в описании природы имеется некое противоречие. Его не было видно, пока мы не приложили вот этот специально разработанный математический аппарат. Он называется векторное дифференциальное исчисление. Важно, что он какой-то есть. Это средство формального анализа. Вообще, что такое математика? Это рафинированный, то есть очень сильно развитый, очищенный от всего остального, логический анализ, так сказать, далеко проведенный логический анализ. Из каждого отдельного, из этих самых законов, описывающих куски природы по отдельности, не было видно, что они противоречат друг другу. О чудо! С помощью математических действий удалось показать, что они противоречат. Значит, мне кажется, что Максвелл должен был себя чувствовать исключительно странно, потому что, когда вы задаетесь задачей о том, чтобы всего лишь более систематически записать то, что было известно раньше, и видите, что в том, что все хорошо знали, имеются противоречия, вы должны себя немножко странно чувствовать. Вы можете, например, начать сомневаться в качестве вашего математического аппарата. На самом деле с ним было все хорошо. Дальше Максвелл сделал следующее чудо. Он разглядывал свои уравнения. Про уравнения среди математиков и физиков ходит знаменитая фраза о том, что любит уравнения. Уравнения любят, чтобы их разглядывали. Максвелл делал именно это и, разглядывая их, увидел, что они разбиваются на две пары, их всего четыре. И пары немножко похожи друг на друга. Но в одной чего-то немножко не хватает по сравнению с другой парой. Давайте, сказал Максвелл сам себе, по-видимому, допишем туда слагаемые руками, которые не следовало ни из какого опыта. Так, чтобы
уравнения стали совсем похожи друг на друга. Возникла бы некая симметрия между двумя парами уравнений Максвелла. Он дописал туда это слагаемое. Оно не следовало ни из какого опыта. Это был скачок мысли, ясный и абсолютно чистый логический скачок, абсолютно никак не обоснованный, кроме разрешения математического противоречия. Выяснилось, что противоречие снялось. То противоречие, которое он вывел, оно исчезло. Но цена этого дополнительного слагаемого, дописанного уравнения, в законы природы, казалась тогда непомерно высокой. У уравнений возникли новые решения, где электрическое и магнитное поле вели себя странно. При удалении от источника они убывали не слишком сильно. Это и были радиоволны, только открыты они были экспериментальными лет через 10-15 после смерти Максвелла. И это, несомненно, это одно из чудес такого сорта, когда сила мысли и логики позволяет догадаться о том, что мы до сих пор в природе пропускали, будь то планета где-то на краю Солнечной системы, или будь то электромагнитные волны, которые, как мы теперь знаем, присутствуют абсолютно везде. Вслед за Максвеллом события стали развиваться с все увеличивающейся быстротой. Эйнштейн сумел разработать свой математический аппарат для описания гравитационных сил и написать уравнения, одним из решений которых могла бы быть вся Вселенная. Дальше выяснилось, что логически возможно добавить в эти уравнения некоторые слагаемые, некая параллель тому, что делал Максвелл, хотя здесь его можно добавлять, а можно не добавлять. Эйнштейн его добавил, руководствуясь, по-видимому, ложными соображениями. Потом всю жизнь считал это своей самой большой ошибкой. А сейчас выяснилось, что нечто типа этого слагаемого весьма вероятно описывает экспериментально недавно, на рубеже тысячелетия, обнаруженный эффект. Ускоренное расширение Вселенной. Что Вселенная расширяется не так, как думали раньше, а что-то ее расталкивает, она расширяется все быстрее и быстрее. Опять же, удивительная вещь. Чисто средствами логики удается увидеть, что может происходить в природе. Я уж не говорю о том, что огромное количество вещей, которые не могут происходить в природе, мы тем самым можем исключить. И современное познание природы в значительной степени на фундаментальном уровне продолжает вот эту традицию. Мне не очень ясно, как долго она будет продолжаться. Но традиция эта сильна, инерция колоссальна, инерция успеха, достигнутого в том, на пути просто средствами ума и средствами математики вывода того, что может происходить в мире, причем либо в очень маленьком, на очень маленьких масштабах, либо в масштабах всей Вселенной, либо в недоступных до какого-то момента там спектре электромагнитных волн, или в кварках, или в Большом адронном коллайдере и так далее, и так далее. По причинам, которыми я могу только не переставать восхищаться, Вселенная в природе своей очень-очень математична. Ну или мой мозг устроен так, что все, что я вижу только через призму математического восприятия реальности. На это у нас, по-видимому, никогда не будет ответа, потому что у нас нет другого способа посмотреть на Вселенную. И это, может быть, приводит нас к первой загадке, с которой я начал. Что будет числом пи у инопланетян? Неизвестно, что будет числом пи у инопланетян, потому что совершенно неизвестно заранее, будут ли они видеть Вселенную точно так же. Будет ли она наполнена тем же количеством математики, каким она кажется наполненной нам. Мы, однако, исключительно успешно действуем в этой Вселенной, руководствуясь вот таким способом ее восприятия.